Доброй ночи, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на Кубке мира 96 по латиноамериканским танцам для профессионалов. Сегодня лучшие пары мира продемонстрируют вам свое мастерство в исполнении румбы, самбы, ча-ча-ча, пасодобля, и лучшие станут победителями. Но я думаю, что наградой всем нам будет прежде всего удивительная атмосфера, которую подарили нам танцоры. Красивый танец, прекрасная музыка. Итак, мы желаем вам приятных минут, наблюдая за мастерством гостей Кубка мира 96. Это соревнование стало одним из самых престижных. В сезоне 96 года 5 пар финалистов чемпионата мира приняли в нем участие. А открыл вечер представитель одного из генеральных спонсоров компании «Орифлейм» господин Сергей Канашин. Добрый вечер, дорогие друзья. Я уверен, что то событие, которое сегодня собрало нас здесь, участников, гостей, называется счастьем, потому что все мы получим огромное удовольствие от того, что мы сейчас увидим. И фирма «Орифлейм» счастлива то, что мы подружились с этим конкурсом. Мы не первый раз уже его спонсируем и надеемся, что вы разделите удовольствие от того, что мы сейчас вместе увидим. Желаем удачи всем нам и легкого паркета участникам. Спасибо большое, господин Канашин. И вот сейчас вот эти вот очаровательные создания, будущие чемпионы, вручают участникам нашего Кубка мира в этих симпатичных розовых пакетах скрыта продукция замечательной шведской фирмы «Орифлейм» и их представителей в России. Кубок мира проходил в прекрасном банкетном, я бы даже сказал, бальном зале Государственного Кремлевского дворца. 25 пар приняли в нем участие. Интересно, что Николай Клюшин и Татьяна Брякова, пара номер 10, могли даже не танцевать на этом турнире. Перед самым началом, во время разминки, Николай сильно повредил ногу и казалось его участие под большим вопросом, но он собрался и, превознемогая боли, даже, вы видите, улыбаясь, прекрасно танцует. Много интересных людей, известных танцоров среди публики наблюдают за выступлениями пар. Каковы шансы наших участников? Несомненно, очень высок уровень этого турнира. Как я уже сказал, 5 пар были финалистами чемпионата мира. И я думаю, что если одна из российских пар, которые уже завоевали репутацию своими выступлениями на крупных международных турнирах, станет участником финала, это будет большой успех. Марина и Александр Гусевы, танцевальная пара из Петербурга, танцуют под 5-м номером. Успешно развиваются спортивные танцы в Санкт-Петербурге. И интересно, что совсем недавно Российский танцевальный союз подписал договор с Комитетом по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга о проведении World Trophy, мирового трофея, на следующий год в Санкт-Петербурге. Надеемся, что это будет очень интересное соревнование. Среди членов жюри этого турнира очень много известных людей. Это и вице-президент Всемирного совета по танцевальному спорту Карл Бройер, вы его сейчас видите на экране, и многие другие известные специалисты. Один из генеральных спонсоров — фирма «Велла». Приятно, что вновь «Велла» поддерживает своим участием этот турнир «Кубок мира». И вновь в гостях москвичи, замечательный, неподражаемый танцевальный дуэт «Донни Бёрнс Геймер Фейвэдер». Известные профессионалы и специалисты наблюдают за выступлениями участников полуфинала. И так, как и ожидалось, в полуфинале 8 гостей турнира зарубежных пар и 4 пары представителей России. Прекрасной форме Донни и Геймер. Буквально за 3 недели до этого турнира они выиграли свой 13-й титул в Майами 7 сентября и стали 13-кратными чемпионами мира. Музыка.
мастера, которые способны завораживающе действовать на публику и завладеть залом. Светлана Перинович и Сергей Дуванов, участники полуфинала, чемпионы России 95 года и серебряные призеры 96 года. Очень интересный, яркий танцевальный дуэт, который прекрасно выступает в обязательной программе и также является трехкратным финалистом чемпионатов мира по американскому секвею. Светлана приготовила новое красивое платье, новая прическа, очень ярко и интересно она выглядит на этом турнире. Сентября Светлана и Сергей будут выступать в Германии на очередном чемпионате мира по латиноамериканскому секвею. На этом соревновании перед ними стоит очень сложная, я бы сказал, задача попасть в финал этого турнира. Подготовлены они замечательно, а вот как будут выглядеть соперники, мы увидим. Красивые туфли у всех танцовщиц. Светлана, например, танцует в туфлях Super Dance. Это известная английская фирма. Они очень элегантны и удобно танцевать. Итак, второй танец – самбо. Ханс Галки и Бьянка Шрайбер. Серебряные призеры чемпионата мира и серебряные призеры Кубка мира 95 в прошлом году в Москве. Патрик Джонсон, член жюри из Соединенных Штатов Америки. Бывший в прошлом чемпион мира по латиноамериканским танцам, внимательно наблюдает за вступлениями Танси и Бьянки. Танси и Бьянка были первой парой, которые по окончании турнира в прошлом году сразу изъявили желание выступать на следующий год. Очень интересный танцевальный дуэт. Ритмичный, выразительный. Очень много интересной мелкой пластики. Прекрасный ритм. Замечательное выступление, и зрители реагируют очень хорошо на этот танцевальный дуэт, так же, как, впрочем, и на другие пары. Пол Киллик и Вибики Тофт. Вибики Тофт выступала в прошлом году в паре вместе с Аланом Торнсбергом. С ним же вместе она была финалистом чемпионата мира. И вот в этом году Вибики танцует с Полом Киликом, прошлым чемпионом мира среди любителей. Очень интересный, я бы сказал, незаурядный танцор. Их первое выступление состоялось в этом году, в мае, на Блэкпулском танцевальном фестивале. Любители спортивного танца давно ждали их приезда, и организаторам было очень приятно, что Пол Киллик и Вибики Тофт были первой парой, которые очень радо получили свои визы для приезда в Россию, так как они действительно хотели выступить на этом конкурсе, сделали все от них зависящее.
прекрасный танец, очень ритмичный и выразительный. Румба, чак данса и Серека Лека. Серена Лека итальянка, чак американец. Полтора года тому назад они встретились на одном из конкурсов и полюбили друг друга, стали супругами. Они живут в Лондоне, но выступают за Италию. Когда Чак и Сирена собирались приехать в Москву, они позвонили и спросили, есть ли возможность посетить Большой театр. Они очень любят хореографию, любят балет. И им повезло, впрочем, как и остальным участникам этого турнира. Они побывали 28 сентября на торжественном юбилее Ольги Лепешинской, выдающейся русской и советской балерины. Чак Данса и Сирена Лека. Еще одна румба. Игорь Михальков и Елена Крючкова, российский танцевальный дуэт, который очень сильно прогрессирует в последнее время. Их танец очень выразителен, их румба полна дыхания жизни и любви. Последние годы Лена нашла свой стиль и в прическе, и в костюме. Вдохновенно танцевали в этот вечер все пары, и Игорь, и Лена также. Прекрасная мелодия румбы, обработка известной мелодии Карузо. Очень обаятельный танцевальный дуэт. Виктор Никовский и Лариса Давыдова, пара номер 15, чемпионы России, финалисты чемпионата Европы. Танцевальная пара, которая имеет шансы, и большие шансы танцевать в финале Кубка мира. Пара номер 17, Джейсон Родитис и Тани Косович. Интересно, что они оба австралийцы, но Таня имеет родственников в Греции, и вот такие родственные связи позволили им представлять на международных турнирах Грецию. Они были участниками многих турниров и финалистами турниров Rising Star Blackpool на открытом чемпионате Великобритании и многих других турниров. Пара номер
номер 19. Это пара, которая очень хорошо знакома москвичам и всем любителям бальных танцев в России, потому что их опыт выступления на московских турнирах самый богатый. Они впервые приехали к нам на московский международный конкурс 92 года. И затем не пропускали ни одного турнира. Это Брайан Тернер и Бригит Майер. Они представляют Канаду. Алексей Почаев и Наталья Почаева, представители России. Пара номер 16. Финалисты чемпионатов России и призеры этих турниров. Они хорошо подготовились к этому конкурсу. Трудно сказать, смогут ли они стать финалистами, хотя они этого заслуживают, но очень высока конкуренция на этом турнире. Но они выглядят очень хорошо. Этот сезон был для них очень удачным. Они были финалистами турниров Rising Star на чемпионате Великобритании. Наталья Почаева и Алексей Почаев. Еще один выдающийся, я бы сказал, танцевальный дуэт. Это бронзовые призеры чемпионатов мира Юка Хаапалайнен и Сирпа Суутари. Они представляют Финляндию, хотя последние 10-12 лет живут в Лондоне, Великобритании. Они уже были однажды в России в прошлом году с показательными выступлениями на Кубке Спартака. И вот в этом году они впервые приехали в нашу страну для участия в турнире. Интересно, что Юка Хаапалайнен вошел в мировую элиту танцоров очень рано. Он был чемпионом Европы среди юниоров, у него были разные партнерши, и со всеми он был очень успешен на турнирах. Интересно, что он самый последний получил визу в Москву и мог бы даже, наверное, не приехать, потому что в анкете в российском посольстве в Лондоне он написал месте, где нужно писать место работы, но указал Кремль в Москве. Это посчитали шуткой, и визу он не получил. И только вмешательство и помощь фонда «Стратегические ресурсы», его президента, нашего большого друга Геннадия Петровича Алтеренко, помогло Серпе и Юке все-таки приехать на турнир. Юка Хаапалайнен и Сирпа Суутари. И еще один джайв, который завершает выступление, полуфинальное выступление танцоров. Пара номер 20, Алан Торнсберг и Кармен Бенчелли. Кармен из Германии, Алан датчанин. Но в этом году они вместе представляют Великобританию и живут в Лондоне. Так же, как, впрочем, и многие другие ведущие танцевальные пары мира. Кармен очень характерна, быстра, выразительна и интересна. Я думаю, что и в этом сочетании танцевальный дуэт будет очень, очень сильный. Все любители спортивных танцев и сами танцоры знают, что много лет тому назад была мода на парики, и, конечно же, она ушла. Ушла не только из танцевального спорта, но и из обычной жизни в основном. Но вот интересно, на этом турнире Кармен танцует в парике. Такой вот забавный, рыжий, но элегантный парик. Итак, ваши аплодисменты участникам полуфинала. Итак, представление участников финала. Донни Бёрнс и Гейнер Феведер. Шотландия. Ханс Галке и Бьянка Шрайбер. Атмосфера этого вечера была настолько удивительна и красива, что мы, организаторы этого турнира, предоставили возможность представить всех финалистов на мелодиях прекрасной румбы. Пол Килик и Вибике Тофт.
and all your dreams come true, and may you find in heaven. И вот удача российского танцевального спорта, финалисты Кубка мира 96, Виктор Никовский и Лариса Давыдова. Алан Тонсберг и Вибике Тофт. И шестой дуэт Юка Хапалайн и Сирпа Суутари. Шесть выдающихся танцевальных дуэтов, которые мы увидели благодаря поддержке Кубка мира генеральными спонсорами компании Reflame и Vella. Итак, первый танец финала Кубка мира 96 в Москве. Ча-ча-ча. Донни Бернс и Гейнер Фейвельд. В этот вечер прекрасный банкетный зал Государственного Кремлевского дворца превратился действительно в бальный зал, где поклонники спортивных танцев, а их было много, около тысячи, и, конечно же, многие-многие желающие не смогли попасть на этот действительно праздник. Но, может быть, на следующий год им повезет больше. Но в этом году, благодаря спортивной редакции НТВ, они имеют возможность наблюдать за этим прекрасным соревнованием по телевидению. Глядя на Гейнер, поражаясь тому, что она может делать на паркете, ее удивительному, вдохновенному, красивому танцу, и просто трудно поверить, что 26 сентября ей исполнилось 40 лет. Удивительная и обаятельная Гейна. Самба. Ханс Галке и Бьянка Шрайбер. Быстрая танцевальная пара. Им очень хорошо удаются быстрые ритмичные танцы, как такие как самба, джайв, ча-ча-ча. Второй танец финала самба. Ханс и Бьянка находятся в прекрасной танцевальной форме. Они 16 сентября заняли первое место на чемпионате Европы. В отсутствие Дони и Геймера они стали чемпионами Европы. И теперь используют любую возможность для того, чтобы оказать им конкуренцию и как бы подготовить для себя возможное чемпионство. Член жюри конкурса Борги Йенсен. За неделю до этого турнира он был организатором Holding Grand Prix, на котором также выступали Ханси и Бьянка, Дони и Гейна. Румба. Своеобразным лейтмотивом Кубка мира 95 года и турнира этого года стала эта удивительно красивая мелодия «Кубок Кубка». Давайте посмотрим за выступлениями танцоров и послушаем эту красивую музыку. Volvió mano
hacia su mano, esperando el mensaje de una paloma. El mar dice a los vientos, más marinero. Пол Килик и Вибике Тофт и их версия этого романтичного танца. Посадобль, четвертый танец конкурсной программы. Несомненным успехом было участие в финале этого турнира Виктора Никовского и Ларисы Давыдовой. По результатам этого года они, несомненно, стали лучшей российской парой. Финалисты чемпионата Европы, финалисты турниров Rising Star на чемпионате Великобритании, в Блэкпуле, открытом чемпионате Италии и Германии. Виктор и Лариса также получили на этом конкурсе специальный приз компании Oriflame как лучшая российская танцевальная пара. Итак, итоги Кубка мира 96 в Москве. На шестом месте Виктор Никовский и Лариса Давыдова. На пятом Пол Килик и Вибике Тофт. Четвертыми стали Алан Торнсберг и Кармен Пинчелли. На третьем месте представители Финляндии Юкка Хапалайнен и Сирпа Суутари. Их награждает представитель акционерного общества «Единая Европа» Валерий Володин и координатор Кубка мира Ирина Остроумова. Серебряные призеры Ханс Галки и Бианка Шрайбер. И победители, как и в прошлом году, 13-кратные чемпионы мира Тони Бёрнс и Гейнер Фейвезер. Завершилось соревнование, но мы не прощаемся с вами, а ждем вас завтра на показательных выступлениях. Закончились соревнования. Удивительно красивые соревнования. Кубок мира 96 по латиноамериканским танцам для профессионалов. А сегодня показательные выступления. И мы предлагаем вам посмотреть эти выступления вместе с нами. Мы приглашаем вас. В этот вечер была настолько приятная атмосфера в зале, что мне и моей помощнице Ирине Остроумовой было очень приятно присоединиться ко всем танцующим. Но прежде чем зазвучат темпераментные, быстрые, ритмичные звуки самбы, ча-ча-ча, пасодобля, джайва, мы решили нашу программу начать с показательных выступлений гостей Кубка мира 96, Алла Чеботарева и Геннадий Гунько, пятикратные бронзовые призеры чемпионатов мира по европейскому секвейму. Элегантная пара Алла Чеботарева и Геннадий Гунько. Ну что ж, и сейчас показательное выступление
финалистов, призеров и победителей Кубка мира по латиноамериканским танцам. На шестом месте в этом турнире были Виктор Никовский и Лариса Давыдова. Приятно, что на этом турнире уверенно вошли в мировую элиту исполнителей американских танцев Виктор Никовский и Лариса Давыдова. Они заняли шестое место. И интересно, что они также еще получили и специальный приз от компании Oriflame, генерального спонсора турнира. Пол Килик и Вибике Тов. Вибике датчанка, Пол англичанин, бывший чемпион мира среди любителей, уникальный танцор, впрочем, как и Вибике. В их исполнении очень интересная композиция, своеобразное соединение румбы и ча-ча-ча. Интересно, что мастерство профессиональной пары — это не только техника, это не только прекрасные костюмы, понимание танца, но это удивительное взаимодействие и чувство партнера. Вот профессионалы отличаются этим качеством. Пол танцевал со многими другими партнершами, и в Вибике она была очень успешна с другими партнерами, особенно с Аллом Тонсбергом. И вот буквально 2-3 месяца, и это удивительное качество возникло в их танце также. Ну а теперь бывший партнер Вибике, который также успешно выступал на этом турнире и даже победил ее в паре с Кармен Венчелли. Кармен немка, несмотря на свою итальянскую фамилию, очень темпераментная танцовщица, интересная. На этом турнире они выглядели очень ярко. Видите, какое мастерство танцоров. Пол, простите, Аллан потерял на мгновение Кармен, но они так обыграли этот момент, что практически никто не заметил это. Это тоже мастерство профессионалов. Забавный уход с площадки. Это уже фантазия Аллана. Юка Хапалайнен и Сирпа Суутари. Очень интересная композиция в испанском характере. И когда смотришь на Юку, всегда удивляешься, что он фин по национальности, представитель северной, и как оказалось, холодной стороны демонстрирует
поистине южный темперамент. Фрагмент трехминутной композиции, которую они будут исполнять в этом году на чемпионате мира по латиноамериканскому секвею. Итак, Юка Хапалайнен и Сирпа Суутари, бронзовые призеры Кубка мира в Москве. Ladies and gentlemen, Hansi and Bianca. Ханс Галке и Бианка Шрайдер, как и в прошлом году, серебряные призеры Кубка мира, серебряные призеры чемпионата мира 94 года, четырехкратные чемпионы мира по латиноамериканскому секвею. Они в этот вечер подарили зрителям удивительную композицию, ее продолжительность была более 10 минут и объединяла три их лучшие композиции секвей последних лет. Фрагмент этого выступления мы сейчас с вами увидим. To call it jazz. Ханс и Бианка начали свою программу с отрывкой из композиции «Джаз». Это прошлогодняя их композиция «Секвей». А сейчас то, что мы сейчас с вами видим, это часть их чемпионской композиции 94 года. Thank you.
одного состояния к другому менять характер пластики и ритма. Эти движения построены на характере румбы. Это не та конкурсная румба, которую мы привыкли всегда видеть. Это более свободная пластика, но в характере румбы. И тут же элементы самбо. Профессиональные танцоры такого уровня отличаются умением концентрироваться и настолько передавать свои чувства партнеру, что это видно зрителям. Галки и Бианка Шрайбер, Германия, серебряный призер турнира. Дорогие друзья, мне очень приятно представить вам представителя генерального спонсора Кубка Мира 96, генерального директора компании «Русвелл», представителя всемирно известной компании «Вэлла» в Москве, господина Михаила Беккера. Thank you very much. I'd like to say we are very happy to be involved with this event. Спасибо большое. Я хотел бы сказать, что мы очень счастливы принимать участие в этом событии уже во второй раз. Мы рады участвовать, так как это связано с красотой, элегантностью, мастерством, поэтому мы здесь. Нам это доставляет удовольствие так же, как и всем зрителям. У меня также есть личная причина участия в Кубке мира. В прошлом году я приехал работать в Веллу, и в первый же день моего прибытия в Москву я прямо из аэропорта попал на Кубок мира 95. И это для меня было потрясающим началом моего визита в Россию. Ну что ж, и одна из кульминаций этого вечера, а может быть главная кульминация, это показательные выступления легендарной танцевальной пары 13-кратных чемпионов мира Донни Бёрнса и Гейнер Фейвезер в Шотландии. Это выступление москвичи ждали давно и с нетерпением, вспоминая потрясающее выступление в прошлом году на Кубке мира 95. И вновь композиция «Ча-ча-ча» «I like it», что означает «Мне это очень-очень нравится». Бахромы. И интересно, что в конкурсе она танцевала в таком же платье, только желтого цвета. А вообще в этот приезд она с собой привезла 8 латиноамериканских костюмов. We'll be right back.
соло Донни Бёрнса. Донни и Гейнер смогли приехать в Москву, и организаторы этого турнира чрезвычайно благодарны всем, кто нам помогал, и акционерному обществу «Ледяной Европы», и Финейру, и Эрфлейме, и театр Ресторанта, и, конечно же, компании «Вэлла». Большую помощь также им оказал и корпорация «Кейс». Донни Бёрнс и Гейнер Фейвэдер. Ну, а этот традиционный автограф, этих автографов, я думаю, ребята ждали целый год. We would like to thank all of you wonderful, wonderful human beings. И мы хотим вас всех-всех таких живых нам относящихся по-человечески поблагодарить. Здесь, в Москве. Inside the Kremlin. В середине Кремля. И второй танец – самбо. Очень интересный танец, потому что они используют в музыкальной основе этого танца только один ритм и прекрасно его выражают своим движением. Смотрите, как внимательно Юха и Сирпа следят за выступлением непобедимого Донни Бёрнса и Гейнера Фейвэдера. Так хотелось у них выиграть, но пока практически никому это не удастся. Потрясающей индивидуальностью обладает Донни и Гейнер. 13 лет подряд нет им равных. Удивительное мастерство, удивительное чувство танца. Потрясающие танцоры, в которых все практически совершенно с точки зрения американского конкурсного танца. В течение многих лет они были законодательными и в костюме, и в моде, и в прическах. Кстати говоря, о прическах в зале присутствовал всемирно известный дизайнер и модельер, дизайнер причесок Сергей Зверев, который помогал некоторым участникам этого Кубка мира Ирине Остроумовой, Елене Поляковой. 13-кратные чемпионы мира. Помогал в их костюмах и прическах. И он, я думаю, с удовольствием поработал бы тоже и с Донни, а может быть, чему-то и поучился у него. Донни Бёрнс, легендарный танцор. Ten, nine, eight, seven, six, five. Four, three, two, one, music! Gainer Fabetta. Mm-hmm.
Вагнера Фейвета. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. Драматичное и трогательное начало румбы. Композиция Ширли Бейсон. Мне всегда казалось, что драматизм румбы в исполнении Гейнера — это всего ее отношение к Донне. Я очень давно их знаю и знаю, что они должны были пожениться 15 лет тому назад. Но этого не случилось. И, по-моему, на всю жизнь Гейнер сохранила свое чувство к своему партнеру. Несмотря на то, что он был дважды женат. Какая-то потрясающая румба, такое ощущение, что это не Ширли Бейси поет, а сама душа Гейнер, особенно когда соединяешь слова этой песни с их танцем. Я не хочу, чтобы меня любил кто-нибудь, кроме тебя, поет Ширли Бейси. Прекрасная румба в исполнении Гейнера. Special prize from the company Oriflame. Так, специальный приз компании Oriflame победителям Кубка мира 96 Донни и Гейнер. Ну что ж, еще один специальный приз от генерального спонсора компании Oriflame. И последний танец, который завершает выступление Донни и Гейнер, это их традиционный джайв, который Донни исполняет кители капитана вооруженных сил России, купленные где-то на рынке в районе Лужников в прошлом году во время Кубка мира 95. Ну что ж, и так закончился Кубок мира 96. Мы еще раз благодарим всех тех, кто помогал нам.
организации, всех тех, кто пришел в Государственный Кремлевский дворец. Мы благодарим спортивную редакцию НТВ и прощаемся с вами до встречи в новом 97-м году в Кубке мира 97.